как обычно наблюдатели общественные имеют абсолютно равные права. А вы запрещаете фото-видеосъемку производить с места, указанного председателем, но у вас равные права. Мы что сделали, скажите, мы не понимаем. Мы указывали обычному наблюдателю, не общественному. Какой партии? Комар-медиа. Мы кому что запретили, скажите нам. Кому мы что запретили? Медиа? А при чем тут медиа? Клоп-медиа и Комар-медиа. Общественный фонд. Вот на этот общественный фонд и надо составлять жалобу. Вы точнее объясните, мы что именно запретили и какие у вас предложения? Вы сейчас опять делаете видеосъемку не с места. Понимаете? Потому что вы нас позвали сюда. Вы нас сюда позвали. Смотрите. Пожалуйста, пройдите к своему месту. Мы потом никак не сможем доказать. Вы, пожалуйста, месте. Пройдите к своему месту. Хорошо, вы нас позвали, мы сюда пришли. Да, вот, пожалуйста. Хорошо. Вы объясните точно, конкретно, что мы не сделали. Не снимайте. Хабим Гайтта. Вообще не снимайте. Мы не снимайте. Она сама подтверждает, что мы ничего такого не говорили. Что теперь скажете? Вы, это наше право, вы сами тоже можете смотреть. Не, наблюдайте, пожалуйста, но не говорите, кого снимать, зачем снимать. Мы такого не говорили. Вот ваша напарница, она подтверждает, что мы ничего такого не говорили. Всем мешаете нам. Никому не мешаем. Ничего такого не делали. Вы сами подтвердили. Нет, вы сами подтвердили, что мы ничего такого не говорили, да? Что, нам нельзя вставать? Нам нельзя вставать, нельзя сидеть? Может быть... Вы, пожалуйста, вон туда встаньте. Вон туда, сзади, когда встаньте, вы встанете, пожалуйста. Мы сядем. Ну, как так? Вы зачем мне вставать? Вы скажите, это наше право передвигаться. Сидя, если мы вам мешаем, вы скажите нам, вы нам мешаете наблюдать. Можете, пожалуйста, сесть. Мы сядем, мы уйдем назад. Почему вы нам не говорите, в итоге жалуетесь? Ну как? Чем вы помешали? Чем мы помешали? Скажите конкретно, то, что мы встали с места или что? Мы свободно можем передвигаться по всему участку. Пожалуйста. А мы встали с места, а это уже нарушение? Никто не возражает, что вы ходите. Из-за этого нас надо выгонять? Мы же тоже ходим. Почему вы тогда жалуетесь? А почему тогда жалуетесь? Да? Жалуемся почему? Потому что вы делаете предупреждение о том, что мы не должны снимать. Мы такого не говорили, это наоборот мы снимаем. Мы просто спрашиваем у вас, почему вы снимаете или не снимаете? Извините, мы спрашиваем. А почему вы спрашиваете? Ну, вы имеете ответить. Право не отвечать, верно? Ну, а почему вы спрашиваете? Мы не спрашивали даже. Без свободно можем передвигаться по всему участку. Нет, пожалуйста. Здесь я сняла Салганджоху за это, наоборот, они сейчас начали, да. Мы просто постояли спокойно. Милицию у вас должны выгнать. Нет, он порядок следит за порядком. Поэтому мы его пригласили, чтобы у нас не было конфликта, чтобы не было никаких разногласий. Ваша напарница, она сама подтвердила, что мы ничего такого не спросили у нее. Что? На видео она сама подтвердила. Если мы вам мешаем наблюдать, смотреть, вы скажите нам, мы просто пересядем назад, мы станем там. Комиссия наблюдателей подвижется, они мешают выборному процессу. Конкретно объясните, пожалуйста, что мы сделали, какие действия сделали, что мешает. Скажите, как? Каким образом? Каким образом? Скажите, пожалуйста. Комиссии точно так же. То они кричат, они мешают. Вот, пожалуйста, не крите. Мы не кричали. Как это не кричали? В самом начале вы... Это вы... Джанатан Берек, ты мой наблюдатель. У нас есть видео. У нас тоже есть. У нас все показывать. Можно показать, да. Зачем? Мы это к жалобе приложим и сотрудникам, и вас. Хорошо. Пожалуйста, как-то можно решить вопрос? Мы можем избирательно участвовать. Мы можем вам показать, а вот видео за... Мы можем доказать, что показать. Она кричит. Мы не кричали. Другая запись. Ну покажите, покажите, хорошо. Пожалуйста. Давайте покажите. Вы своем и вы тоже покажите. Тогда заставляем, да, залезть.
Мы имеем право вставать и сидеть, это наше право. Вы тоже имеете право снимать. Вы когда спросили? Вы хоть один раз спросили? Вот сядьте сейчас, пожалуйста. Вот сейчас мы сядем, потому что вы попросили. А вот мы не умеем читать вашу мысль.